Россия и Украина уже начали переговоры об обмене пленными на фоне вот операции в Курской области. И уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уже провел разговор с Татьяной Москальковой. И как раз Россия тут проявила инициативу в этом вопросе. Скажите, почему раньше вот они особо не спешили забирать пленных, а теперь вот сами выступили с такой инициативой? Это связано с таким большим числом, да, вот, плененных в Курской области, и с тем, что там есть срочники? Ну, вы знаете, у меня есть два ответа на этот вопрос. Я просто думаю, что вот как раз ответа такого однозначного его вообще нет, это микс. Конечно, ответ самый очевидный, потому что срочники, и потому что, ну, это дети. Потому что это очень сильно влияет на пиар войны, пиар Путина, пиар власти. Это срочники. Да, когда он в конце обращения говорит: «Мама, пожалуйста, мамочка, забери». Да. Новообращение мамочек, конечно, очень-очень влияет на все, да. Но мне кажется, что Путину и на это было бы наплевать. Дело в том, что вместе со срочниками украинская страна взяла в плен несколько ФСБшников. И мне кажется, что Путин имеет в виду вот это. По данным СМИ, в регионе могло находиться несколько сотен срочников, молодых парней, и многие из них числятся уже пропавшими без вести. Некоторые, как мы говорим, оказались в плену, и родители, да, срочников из других регионов, даже я читал, по-моему, из каких-то далеких областей, из Мурманской там области, они рассказывают, что их сыновей, срочников, начали готовить к переброске в Курскую область. Но Путин же обещал, что срочники воевать не будут. А здесь есть очень хитрый закон о призыве. Дело в том, что, ну, во-первых, приграничная территория – это не фронт. Да? Ну, то есть официально это не фронт. Тем не менее, после 4 месяцев службы срочной, когда принимается присяга, когда проходит курс молодого бойца, вот дальше по закону срочников уже можно отправлять на фронт. Вот срочников до 4 месяцев нельзя, а после 4 можно. То есть весенний призыв, который начался в конце марта этого года, еще нет. А вот осенний уже да. Все, что происходит в последнее время, направлено на то, чтобы молодые люди как можно быстрее рожали и шли на завод или на войну. Это и закон о гей-пропаганде, о запрете ЛГБТ, и нападки на феминизм, и нападки на child-free, и попытки запрета абортов. И вот все. И постоянные разговоры о том, что женщина не должна учиться, а должна жениться, должна рожать. И чем раньше она родит, например, в ПТУ, пусть она родит, и будет ей за это выплата. А вот этого своего хахаля пусть за руку приведет в военкомат и получит за это еще 30 рублей. Ну и, конечно же, найдет следующего хахаля, то, что нужен ребеночек второй. И материнский капитал и за второго ребенка, и за третьего. Вот, казалось бы, Путин вообще довольно давно начал программу вот эту стимулирования материнского капитала, но, простите, 18 лет назад, они уже в окопах. Они уже в окопах. То есть вот развивая сейчас и вот эту анти-ЛГБТ, антифеминизм, анти-child-free повестку, и в то же время стимулируя детей не ходить, не получать высшее образование, а идти к станку, он на самом деле думает о том, что будет через 18 лет. Дети, которые родятся сейчас от школьников, которых очень стимулируют к этому делу, то есть он собирается воевать вечно.